Принять участие в краевом конкурсе «Я шагаю по Камчатке» приглашают юных фотографов полуострова. Прием работ уже стартовал, сообщает Краевое министерство образования. Победителей определят в номинациях «Туристский поход», «Туристские слеты и соревнования», «Пейзажи Камчатки», «Портрет», «Находка», «Признание зрителя». Церемония награждения призеров краевого конкурса фотографий «Я шагаю по Камчатке» состоится 8 декабря в Камчатском доме детского туризма и экскурсий. Подробная информация по телефону 42 40 21. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.